Нет времени объяснять, ставь лайк. Молодец, поставила лайк. Скажи им уже, что я не хлеб. А похож. В отрубях жестких. Отруби, ржаные и хрустящие. Я знаю, что правильно говорить отруби, но он в отрубе. Единственная вакансия, которая мне интересна. Дегустатор шашлыков? Ставь лайк, если бы не отказался. Хотелось бы, чтобы наравне с паническими атаками были еще атаки уверенности, когда я такая: «Ох, блин, ща все порешаю!» И все сразу решаю. Может, пообедаем? Куда тебе обедать, Шарик? Ты кто такой? А ты? А я кто? У меня есть только два настроения. А? Пофиг. Стоматолог, какую пасту предпочитаете? Я. Карбонару. Как же вкусно. Вдвойне приуныли, потому что кто-то еще не поставил лайк. Не понял, почему меня объедает какая-то малявка. Опять крошки валяются. За что 15 суток? Я просто тыгдыкал. Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Ха, не дурно. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Поехали. Я не злюсь, это нервы. Мое любимое состояние всегда. Если кто не видел меня, то вот мое фото без фильтров и обработки. Трудовые будни? Я. Оно позади меня, да? Да, и впереди. Ха-ха-ха, Тузик, привет из солнечного Геленджика, тебе сюда нельзя. Горький шоколад, молочный шоколад, а вместе сладкие булочки. От нечего делать сделала вот такие фигурки из шерстки моих котов. Да ты гений. Как я вообще могу работать в таких условиях? Сонненький. Готов к поглаживаниям. Шикарно. Согласен. Коктус. Скорее кактус от слова как. Скачи, утка-гриф, покажи, что такое скорость. Работник месяца. Кота не забирать. Кот работает в магазине. Кто пишет, спит за зарплату. Вот поэтому морда у него и довольная. Я доплыву до тебя, хорошая жизнь. А это точно котик? Как-то он там растворился в воде. А, ну, котики это же жидкость, все правильно. Теперь это мое. Я. Ну все, пришло время реально напрячься, начать усердно работать и в конце концов наладить свою жизнь. Также я через 10 минут. Эх, пофиг. Обзор на жирного кота. 81 054 просмотра. Я после того, как запишу ролик, тоже пойду смотреть. Котя настолько не выспался, что кушал и заснул. Эх. Мы точно пришли куда надо? А куда мы шли? Невиденный кот. Где? Мир философии. Я великий философ, ведь стою на целом мире философии. Пов, ты позволяешь коту спать с собой в кровати. Ну, кстати, да, кот хоть по факту и сильно меньше, но место занимает примерно как на картинке. Гэри, что с тобой стало? Опять профукал весь день, ну почему-то мне пофиг. Скоро все студенты страны. Простите, а когда будет пересдача? Да это маска, блин! Хлеб? Не хлеб. А где доказательства? Ваша карта закодирована. Для решения вопроса вставьте рыбов в рыбоприемник. Вперед, мой гончий кот! А где вперед? Кажется, тут произошел очень напряженный разговор. Либо танцы. А где кушать? Шок, котик впервые в жизни увидел пустую миску. Да, я знаю, что выгляжу аппетитно, но кушать меня не надо. 5 лет страданий в художке, чтобы в итоге нарисовать кота, падающего со стола. А получилось идеально. Я покупаю коту лежанку за 20 тысяч. Тем временем мой кот. Удобно.
Заводя детей, подумай, что об этом скажет твой кот. Вы чего наделали? Не ленюсь, а набираю сил перед учебой. Да, удобно. Иди своей дорогой, путник. Зачем меня будить, если завтрак еще не готов? За секунду до нападения. Спасибо тебе, мама, что родила меня. Не беси меня. Где взять желание хоть что-то делать, когда его совсем нет? Ну, посмотри приколы с котиками, они тебе поднимут настроение. И у тебя появится желание смотреть еще приколы с котиками. На рыбалке. Мам, сейчас так модно. Мам, да ничего не смешная, зато тепло. Мама просит, чтобы я сфоткался для своих дальних родственников, как я выгляжу на фотографии. Я не нуждаюсь во второй половинке, я родился целым. Он помяукал у моей двери, и я влюбился в его глаза. Отправила дочь чистить зубы, она приходит ко мне и говорит: «Мам, там занято». «Я вам не нянька». «А кто?» Часто говорят, надо не ныть, а делать. Я в корне не согласен, одно другому не мешает. Надо делать и ныть. Дикий хлебушек. Где-то в древнем Египте. Мявк. Мужики, это бог, я отвечаю. Дом там, где есть котик. А вот это по факту. Кричит побольше, кричит поменьше. Сегодня ты никуда не идешь. Понял? Анатомия кота. Ушки мягенько, глазки прекрасные, лобик удобен для поцелуев, шерсть идеально для поглаживания, хвостик классный, лапки супер мягкие. Родители мужа переезжали в новую квартиру и повезли с собой кота. Этот пушистый говнюк пугался каждого шороха и в итоге постоянно метался под ногами. Меня назначили кошачьим психологом, и я ходила с этим толстяком на руках, показывая ему новые владения, и он успокоился. Сейчас каждый раз, когда приходим в гости, он со мной разговаривает и ходит со мной по квартире, куда бы я ни пошла. Видимо, рассказывает, как обжился. Милота, да, какая милая история. Я, чтобы не вставать ночью на кухню, ставлю у кровати кружку с водой. Кот. Спасибо, реально намного удобнее. Да, но если у тебя есть кот, ты не будешь ставить кружку с водой. Ну, бутылку там закрытую можно еще. Потому что однажды ты проснешься в 3-4 часа ночи под крики кота, под звук падающего стакана, разлитой воды, на зарядке куда-нибудь там еще. И ты с криками и матами будешь в 4 утра это все убирать. Раньше я думал, что плохо помню жесты регулировщиков, но после нескольких лет за рулем убедился, что они тоже очень плохо их помнят. Кстати, да, я тоже переживал на этот счет, но когда встретился на дороге с регулировщиком, мне все было понятно, потому что они буквально стоят на перекрестке и показывают: вот ты езжай, ты стой. Вместо вот этих всех жестов, там, палочку вправо, палочку влево, вверх, там, и все такое, потому что никто не помнит эти правила. Правила регулировщиков. За проезд передаем. Давай, Толик, тухся. Ок. Давайте вилочку. Да так, Ев, зачем тебе вилка? У тебя лапа с когтями, как вилка. Мам, чё ты начинаешь? Нормальные же туфли. Это, а у нас будет что-то типа обеда. Так, я пришел на эту вашу работу. Где тут кнопка зарплата? На этом закончили. Ну ладно, котик, раз ты настаиваешь. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик Мимоск ВКонтакте и читайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.